Вы на канале Улица Москвы, и в данном выпуске мы прогуляемся по парку 50-летия Октября, расположенному в районе проспект Вернадского, у реки Раменки, по обеим сторонам Старого Боровского шоссе, на котором мы были в предыдущем выпуске, как раз уже в пределах жилой застройки района проспект Вернадского. Что касается данного парка, то он создан в 1967 году, к 50-летию революции, понятное дело. Вот, и осуществление проектов производилось методом народной стройки. То есть сами жители принимали участие в организации данного парка и, например, деревья высаживали партизаны Подмосковья. Есть такая аллея также. Вот. Уклон идет от улицы Удальцова в сторону Тарасовского и Дашина оврагов. Там протекает речка Раменка. Ну и непосредственно у берегов Раменки официально парк называется Ландшафтный парк долины реки Раменки. Но де-факто является одним парковым массивом. Ну, вот такие спортивные площадочки оборудованы. Недавно также здесь прошла реконструкция, как и во многих других парках. Так, сейчас будем. Так, ну вот, в центральной части мы находимся. И здесь вот такая скульптура, семья называется. Ну, также ее называют ладошки. Так как здесь вот видно, типа папа, мама, я, дружная семья. Тут вот плиточку положили также. Ну, фактически, да, вот это есть центральная часть парка 50-летия Октября. Ладошки, ладошки, где были у бабушки? Так, ну теперь пойдем к речке, сделаем паузку. Ну, немножко продвинулись дальше. Тут кофейня располагается, лофт и дом гномов, игровая комната. Наверное, пока родители в лофте веселятся, дети здесь вот, в доме гномов. Так, пойдем дальше. Здесь вот уже начинаются немножечко и хвойные деревья.
где-то рядом пересечение с аллеей партизан Подмосковья. Да, дальше вот она там будет. Но мы сейчас двигаемся в сторону реки Раменка и ее притока реки Рогачевка. Очень приятный, уютный парк. Очень благоустроенный. Такой не дикий парк, но и не парк Горького. Вот мне такие нравятся. Золотая средина прям. Так, все сделаем. Так, ну вот, походу, уже аллея партизан Подмосковья. Ну, это если в ту сторону, к метро проспект Вернадского, можно выйти. Ну-ка. Так, тут, если я не ошибаюсь, уже Старая Боровская где-то должно быть. Оно что же сейчас проходит, как просто парковая аллея. Да, вот, скорее всего, и есть оно. Там опять какое-то строительство. Дальше будет. Здесь вот мостик. Посмотрим на речку. Там еще есть, туда ниже по течению есть благоустроенные территории. Сейчас пойдем. Так, ну вот, немножко обошел здесь. В заключение прогуляемся у речки. Здесь располагается родник, как понимаю, или нет. Вот она, Раменка. И туда, возможно, приток ее прямо. Им. Такой вот здесь родничок. Ну и довольно приятное место. Мне здесь нравится. Люблю подобные места у небольших московских речушек. Благоустройство везде хорошее. Ну вот как-то так. Как-то так. Еще раз взглянем на Раменку. И будем закругляться.